Для того, чтобы Украина была единой, неделимой и процветающей, необходимо начинать с духовного воспитания, уверены представители Всеукраинской Федерации СПАС. Сегодня на территории культурно-исторического комплекса 700-летний Запорожский дуб состоялась закладка капсул с землей из разных регионов Украины. Фестиваль мы починаємо з сакральною подією, яка не була на нашій землі, мабуть, тисячі років, і закладкою кургану єдності та миру. Земля, яка заложена буде в курган, вона з восьми куточків України, від Закарпаття до Криму, від Донбасу до Запоріжжя, до Миколаївщини. І закладено чотири камня з острова Хортиця, оскільки Хортиця єднає Україну. Велика подяка тим підприємствам, організаціям, які надали підтримку. Генеральним партнером нашого фестивалю і спонсором є завод «Огнеупор», а також комбінат «Запоріжсталь». Капсулы закладывали в основу кургана единения формы восьмиугольной звезды. В мероприятии приняли участие представители власти, промышленных предприятий, общественных организаций и жители города. Гости действа не сомневаются. Это место станет символом единения и мира на земле. Мы считаем, что сегодня мы не можем быть безразличными к тем происшествиям, которые переживает Украина. Сегодня рождается действительно новая страна. Мы наблюдаем за тем огнем, за юго-востоком Украины, то, что происходит. И мы верим в то, что такие мероприятия, они помогут укрепить дух всей Украины, то, что они возродят Украину, и то, что Украина будет единая, и то, что Украина будет целостная. Этот курган станет отправной точкой, чтобы мы поняли, что мы одна нация, чтобы у нас перестало в головах наших деление на восток и запад, на донецких и львовских, что мы наконец-то поймем, что мы единая нация. Мы украинцы. И мы хотим мира, и он у нас будет. Я в это верю. Организаторы говорят, курган станет сакральным символом не только для запорожцев, но и для всех славян. Его предположительная высота около 3 метра, в диаметре 8 метров. В создании кургана единения может принять участие любой желающий. Для этого необходимо привезти горстку земли с любого уголка Украины или другой страны. Жительница Запорожья Любовь Самарская привезла землю из Тибета. Я взяла землю с разрешения у Кайлаша, совершив внешнюю и внутреннюю кору, и привезла ее сюда. Мысли только одни – это мир во всем мире, мир и в Украине. И чего я желаю сегодня с любовью – это умиротворение нашей стране. Закладка капсул – это первый этап фестиваля «Запорожский спас». Сам праздник стартует 15 августа на территории историко-культурного комплекса «700-летний Запорожский дуб». Фестиваль пройдет под девизом «Единство и взаимопонимание ради мира». Организаторы приглашают всех запорожцев и гостей города.